Как часто мы совершаем необдуманные поступки. Влезаем в долги, берем неподъемные кредиты и вообще бездарно тратим свои деньги. Но мало кто задумывается о том, что ваши траты – зеркальное отражение вас самих. В этой программе мы разберем, что мы делаем бессмысленно, куда исчезают наши сбережения и как наилучшим способом их сохранить. Меня зовут Талгат Игликов, и я ваш личный финансовый консультант. Пенсии в знакомом виде появились сравнительно недавно, во второй половине 19 века в Германии. Однако наша нынешняя система отличается от того, что вел для своих сограждан тогдашний канцлер Отто фон Бисмарк. Давайте узнаем, как казахстанцы относятся к пенсионной системе и всему, что с ней связано. Вы знаете, я как бы даже не задумываюсь об этом, хотя уже осталось, может быть, лет 6-7. Это все будет зависеть от того, сколько денег я смогу отложить на пенсию. Если будет достаточно, то буду путешествовать. Если нет, не знаю, ну придется тихо умирать. Сказать честно, я не вижу свою пенсию, тем более в этой стране, поэтому я планирую сама зарабатывать на нее и откладывать. Хотелось бы получить ежемесячную пенсию, как получают сейчас нынешние пенсионеры. В конце 2019 года в Казахстане насчитывалось более 2 миллионов пенсионеров. Между тем, размер минимальной пенсии составляет сегодня 40 441 тенге. Однако в 2021 году Министерство финансов предлагает увеличить этот показатель на 7%. В таком случае минимальная пенсия составит 43 272 тенге. Героине нашей первой истории сложно распознать пенсионерку. Маргарита Гайдар всю жизнь проработала учителем физкультуры, была играющим тренером, классным руководителем, организовывала художественную самодеятельность в школе. И расстаться с привычкой жить активно и ярко не собирается. Я воспринимаю пенсию как просто следующий этап в жизни. И не самый плохой. Потому что на самом деле появилось время, появилось очень много разных интересов, каких-то открытий. Я не так давно начала учиться рисовать. Ну, рисовать это громко сказано, больше срисовывать, конечно. Интересные ролики я нахожу в интернете по поводу поэтапного обучения. Мне это тоже нравится. Ну, вот подумываю о том, чтобы начать опять учиться играть на гитаре. Еще я очень много интересного нахожу в интернете в плане, как научить детей учиться. Артему, внуку Маргариты, подобное стечение обстоятельств на руку. Бабушка уделяет немало внимания как его школьному обучению, так и внеклассной активности. Здесь и походы в секцию настольного тенниса, и участие в конкурсах научных проектов. Вы знаете, сколько бы ни было у меня классов, да, я все время... Не потому, что я так хотела, а как-то так получилось, что я выводила их на первые места и в научных конкурсах, и в спортивных, и в творческих. Вот. Мы очень много, вот мои детки, да, мы очень много ездили, выезжали на природу. Секунду. Вот соревнования у нас такие были. Там Галытас мы ездили вот тоже. Как это часто бывает, пенсия подобралась незаметно. Тем не менее, Маргарита спокойно отправилась на заслуженный отдых, потому что работать стало ощутимо тяжелее, давали о себе знать спортивные травмы. Я никогда не умела копить деньги. Муж меня всегда за это ругает, и ругает. Куда они исчезали, просто непонятно. И, естественно, к пенсии я подошла без накоплений. В те времена, когда я ушла на пенсию, 58 лет еще уходили, тогда можно было получить в 2 этапа, по-моему, в 2 или в 3 этапа. Сумма была небольшая, там что-то 1 300 000, но мне казалось, это большие такие деньги. Что касается пенсии, наверное, нет людей, которые довольны своей пенсией, да, хочется всегда больше, и знаешь, куда их деть, не складывать в кубышечку, а именно деть. Сегодня денежный поток Читы Гайдар состоит из 3 источников дохода. Первый – пенсия Маргариты. Второй – пенсия ее супруга. Третий – зарплата супруга.
Несмотря на преклонный возраст, мужчина продолжает активную трудовую деятельность. К тому же сейчас Маргарита пробует новый подход к ведению бюджета. И у меня получилось за время карантина накопить какую-то сумму, ну, где-то по четвертую часть наших обоих пенсий, мне получилось отложить на депозит. Я поняла, что, оказывается, это можно. Три раза в неделю Маргарита с подругами занимается скандинавской ходьбой. Раз в неделю – настольный теннис с тренером. Наша героиня проповедует не только физическую активность, но и умственную. В последнее время она задумалась о дополнительном заработке. Желание чем-то заняться приходит не от того, что не хватает денег, уж не так критично, а от того, что хочется попробовать. Мне всегда хотелось работать на радио, читать новости. Сейчас я уловила, значит, что можно озвучивать книги. Мне это тоже очень понравилась идея. Ну, я не знаю, как на это выйти. Может быть, это только и останется у меня как бы вот в плане идеи. Еще я увидела возможность тоже в интернете зарабатывания каких-то денег, перепечатывая тексты. Но пока это тоже на грани вот увидела. Так, наверное, событийная линия жизни складывается, что в начале нашей семейной жизни, в начале жизни нам нужны деньги на капитальные затраты. То есть очевидно, что в пенсионном возрасте у нас есть квартира, у нас есть машина, у нас долгий опыт, и мы за это время уже приобрели себе недвижимость, решили вопрос недвижимости, решили вопрос с автомобилем, если он им нужен. Дача есть. А вот в начале, так скажем, своей трудовой деятельности этого всего набора активов нету. И дилемма стоит такова, что откладывать денежные средства на будущее построение пассивного дохода или решать вопросы сейчас. Сейчас, пока я молод, хочу машину своей мечты. Сейчас, пока я молод, я хочу там, квартиру своей мечты. Сейчас, пока я молод, хочу путешествовать. И вот в этом балансе многие люди, каждый по-своему находит. Но финансовая грамотность говорит о том, что это все можно делать планомерно, если планировать и строить свое будущее пенсионное уже с первого трудового дня. Отношения к пенсии формируют сами люди, так утверждают специалисты. Потому некоторые с ужасом думают об этом периоде своей жизни. Евгения Казанцева, психолог, помогает изменить негативные убеждения и привычки, связанные с деньгами. Хочет, чтобы людей, для которых финансовые вопросы – постоянная боль, стало меньше. Мне кажется, что о пенсии сейчас думать страшно. Ну, то есть, какой стандартный образ человека, который ушел на пенсию? То есть, это резкое снижение активности, потеря каких-то привычных социальных связей, а во-вторых, ну, у нас откровенно низкие пенсии. И на самую большую из них, ну, невозможно обеспечить себе даже привычный уровень жизни, который есть у экономически активного человека, который получает зарплату. Поэтому, да, это страшно. И, в общем, не очень хочется туда попадать. У нас человек в среднем умеет работать, получать зарплату и распределять ее, а в худшем случае тратить. То есть распределять – это уже продвинутый уровень пользователя. Финансовое планирование и умение обращаться с деньгами грамотно – это практически soft skill. То есть его можно развивать так же, как навык общения, например. Но начинать нужно рано. То есть уже в 6-7 лет наши дети находятся под влиянием рекламы. То есть они активные потребители. Они активно посещают вместе с родителями магазины, торговые центры. Интересуются тем, что сколько стоит. И это уже экономически активные граждане. Ну, то есть зависящие от родителей, но тем не менее. Да, если выкладывать 2 поста в день. Сейчас я тебе покажу. Секунду. Вот. Ну, это такая забавная картинка получается. То есть это вот макет, в принципе, шаблон, по которому мы будем двигаться, как обработка, как шаблон. Пресеты подготовили. Подруги Арзу и Евгения – представители молодого поколения, того самого, в чьих руках будущее страны. Девушки – студентки 4-го курса одного из вузов Алматы. Совсем скоро они станут дипломированными специалистами по связям с общественностью. Это мой выпускной курс. Работаю я со 2-го курса, однако волонтерской деятельностью занимаюсь с 1-й, или даже, можно сказать, со школы.
Я работаю не одна, в команде со своей одногруппницей. На нашем счету множество проектов. Мы организовывали ивенты, форумы, концерты. Ушли немножко в диджитал и занимаемся сейчас SMM. Со второго курса были устроены как стажеры и как практиканты. Официального трудоустройства у нас, к сожалению, не было, однако после завершения университета я планирую работать только официально. Принято считать, что миллениалы, к которым условно относятся наши героини, крайне неохотно взрослеют. Однако, слушая Арзу, стоит признать, в сознательности и зрелой рассудительности девушке не откажешь. Задумываться о пенсии я начала с 11 класса. Тогда на одном из уроков нам рассказали про налогообложение, как раз про пенсию, как это все работает во взрослой жизни. Мне стало очень интересно, я поняла, что это большая ответственность. Моя бабушка, она всю жизнь работала и занимала высокие должности. Однако сейчас, когда она вышла на пенсию, она рассказывает мне, что по молодости не уделяла этому вопросу достаточное внимание. И сейчас она получает не такую пенсию, как хотелось бы. Возможно, из-за этого я начала задумываться о вопросе пенсии немного ранее, чем мои сверстники. В вопросе пенсии Арзу полагается на государственную систему. Мне очень нравится, что сейчас работодатель сам оплачивает 10% от твоей заработной платы. Я считаю, это очень здорово, потому что помимо, так скажем, обязательных 10%, ты можешь откладывать сам и не обязательно вносить это в ЕНПФ. Евгения настроена не так оптимистично и больших надежд на государство не возлагает, предпочитает рассчитывать на свои силы. Мне проще надеяться на саму себя, и я не очень сильно доверяю тому, что вдруг что-то случится, и эти деньги, я их там не увижу через несколько лет, или что, если я вообще там перееду и так далее, то проще надеяться на саму себя, и я думаю, что лучше вкладывать их во что-то или создавать какой-то свой отдельный счет для этого. Вот. Так же, как и я задумалась о том, что нужно откладывать деньги, например, на детей, намного раньше, чем они вообще появятся у тебя. Вероятность того, что Евгения сознательно будет откладывать 10% и более на построение какого-то пассивного дохода, она равна только ее уровню финансовой грамотности. Вместе с тем мы видим другую ситуацию с Арзу. Тоже молодая девушка, тоже начинает свою трудовую карьеру, но она полагается на государственную систему. Так на самом деле легче. Это, знаете же, уровень финансового благосостояния пропорционально равен твоей финансовой дисциплине. И в частности, самодисциплине. Какова вероятность, что мы будем записывать расходы? Да, очень низкая. Какова вероятность, что мы будем отслеживать бюджет? Это же дисциплина. Не подняв вопрос дисциплины, ты не решишь этот вопрос. Трудную работу по самодисциплине выполняет твой работодатель. И ты понимаешь, что ответственность сдвинута в сторону работодателя. Я буду искать такую траекторию активного дохода, где работодатель обязательно будет исполнять. Это тоже стратегия. Это тоже неплохая стратегия с учетом того, что ответственность по формированию моей пенсионной будущего или фонда возьмет на себя работодатель. Многие казахстанцы охотно перекладывают ответственность за свое будущее на государство. В чем корни подобного стремления? Около 30 лет назад перестала существовать такая мощнейшая структура, как СССР, где каждый человек обладал, уверенностью в том, что ему гарантирована зарплата, ему гарантирована пенсия. И, то есть, и это гарантировалось структурой несопоставимо больше, чем личная воля. Сейчас мы через достаточно короткий промежуток времени оказываемся в пространстве, которое практически полностью зависит от личной воли, от каких-то личных навыков. Конечно, это страшно, это непредсказуемо, и мир так быстро меняется. Желание опереться на эту мощнейшую фигуру, оно сохраняется. То есть мы унаследовали это от наших родителей. И еще не выросло то поколение, чьи родители сознательно, добровольно и осознанно предпринимали, вели предпринимательскую деятельность или понимали, что их будущее зависит от них, и на государство полагаться в чем-то можно, а в чем-то лучше иметь какие-то дополнительные источники дохода и какие-то сбережения.
Картина была бы неполной без представителя средней возрастной группы. Знакомьтесь, Ирина Хабер, в индустрии красоты почти 15 лет. В прошлом аналитик-маркетолог, ныне владелица собственного салона и академии красоты, созданной на его базе. Я занимаюсь красотой. Ну вот если глобально, потому что сказать конкретно чем-то одним, конечно же, сейчас нет. Сейчас мы все и немножко блогеры, и немножко... все понемножку, да, я и руководитель, и бьюти-стилист, и мейкапер, и наставник, и коуч, и, в общем, все вместе. До недавних пор Ирина была целиком и полностью сосредоточена на своем бизнесе. Туда же уходила существенная часть заработанных денег. Но в кризис пришло осознание – надо что-то менять. Если честно, последний год показал, что у меня вообще нет финансовой подушки. То, что я не умею откладывать деньги, разучилась. Был у меня опыт, когда я могла это делать. Сейчас как-то все с этим сложно, потому что постоянно инвестиции в бизнес. Бизнес такой, что постоянно требует каких-то инъекций. Сейчас я единственное, что я делаю, естественно, плачу пенсионный фонд, да, отчисления делаю. Но сказать, чтобы у меня были какие-то накопления, отложенные деньги, нет. Главной инвестицией в себя Ирина считает обучение и саморазвитие. И это неудивительно. В выбранной профессии требуется всегда быть в курсе трендов и новинок индустрии. Если говорить про именно такое ремесленное, да, мастерство, именно то, что мы делаем руками, конечно, в период того, что мы сейчас многие ходим в масках, и макияж не так востребован, то колористика для меня сейчас очень-очень актуально именно для волос. Кроме того, для бизнес-вумен не лишним будет прокачать и предпринимательские навыки. Я учусь много онлайн, и это направление сейчас больше, конечно же, бизнесовое, потому что, как показала практика, сейчас просто быть творцом мало. Сейчас нужно понимать, что ты делаешь, как это, и как это продать. И поэтому сейчас в большей степени я занимаюсь обучением именно по продажам. Ирина влюблена в свое дело, потому даже не рассматривает возможность досрочного выхода на пенсию. В идею пассивного дохода тоже не верит. Такой подход противоречит ее мировоззрению. Если честно, я не хочу уходить на пенсию. Я хочу до последнего трудиться и заниматься чем-то, тем, что мне приносит удовольствие. Я не знаю, возможно, ко мне будут приходить пожилые мои подружки, которых я буду делать красивый макияж с укладками, я не знаю. Ну, честно, я не хочу уходить на пенсию. Мне кажется, это такая история не про меня. Ну, в смысле, в плане... Вообще себе не представляю. Мне кажется, дом разорвет, если я буду дома сидеть. Правда. Я бы ей рекомендовал поднять финансовую грамотность. И тут, наверное, книги, прям перечень целых книг, которые просто необходимо прочитать. Начиная от «Богатого папы», «Бедный папа», Роберт Киосаки, «Самый богатый человек Вавилона», у Бода Шефера очень много книг. Сейчас современные книги вышли, Кен Хонда, «Тайная жизнь денег». Они все говорят, что необходимо создавать семейные бюджеты, личные бюджеты расходов, то есть целевое назначение денежного потока, который я зарабатываю со своей зарплаты. И в том числе там будет главные две статьи – это накопление. Накопление – это разница между тем, что мы зарабатываем и тратим. Если мы тратим все, что зарабатываем, то нет накоплений и нет возможности себе отправить самому доходы в будущее. Поэтому тут остается один вариант – поднимать уровень финансовой грамотности, если вы этот вопрос будете решать самостоятельно. Известие о том, что казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления для других нужд, наделало много шума. Привет. Недавно Министерство труда озвучило, кто и при каких условиях сможет изъять деньги из ЕНПФ досрочно. Давайте разберемся в этом вопросе. Для начала нужно иметь достаточную сумму накоплений. К примеру, для 30-летнего человека это чуть более 2,5 миллионов тенге, а для гражданина предпенсионного возраста уже более 5 миллионов. Кроме того, потратить деньги можно будет лишь на определенные цели. Это улучшение жилищных условий, лечение и передача средств в доверительное управление.
Ботагоз Жуманова – финансовый эксперт, блогер, основатель информационной платформы, посвященной пенсионным накоплениям, а также финансовой и инвестиционной грамотности. Есть люди, которые имеют там 30-40 миллионов тенге пенсионных накоплений. Они могут использовать их, приобрести определенный пул недвижимости, заниматься очень активно инвестициями в недвижимость, да, и управлением такого рода пула инвестиционной недвижимости. В принципе, им не обязательно уже работать так активно, да, то есть сейчас, в принципе, это возможно. Пенсионная система Казахстана совмещает несколько компонентов и на сегодняшний день выглядит так. Первый уровень – это базовая и солидарная пенсии, которые формируются из бюджета. Базовая зависит от трудового стажа и стажа участия в накопительной системе, а солидарная выплачивается тем, кто работал до 1998 года, то есть до момента введения нынешней накопительной пенсионной системы. Для тех, кто до этой даты не имеет отметок в трудовой книжке, основным источником выплат станет второй уровень системы – накопительный. Нурлан Амренов – директор филиала Единого пенсионного фонда в Алматы. С 2008 года работает в пенсионной системе, занимал руководящие должности в частных фондах, имеет финансово-экономическое образование. Основной смысл заключается в том, чтобы каждый гражданин с первого дня своей трудовой деятельности был заинтересован копить на свою будущую пенсию, добросовестно участвовав в накопительной пенсионной системе. Пенсионные накопления складываются из поступивших пенсионных взносов, а также инвестиционного дохода. Основные направления и стратегия инвестиционного управления пенсионными активами закреплены за Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан. Другими словами, накопительная часть вашей будущей пенсии – это те самые 10% от оклада, которые автоматически перечисляются в фонд каждый месяц. Также существуют обязательные профессиональные пенсионные взносы. Компания-работодатель платит из своих средств дополнительные 5% от размера зарплаты работников, но лишь за тех, кто занят на опасном производстве. Также наиболее сознательные граждане могут откладывать на старость добровольные пенсионные взносы. Таким образом, если граждане со своей самой первой зарплаты будут контролировать оплату обязательных пенсионных взносов, обязательно профессиональных пенсионных взносов, смогут перечислять добровольные пенсионные взносы, а также ЕСП, они сумеют накопить достаточно солидный будущий свой пенсионный капитал. Для того, чтобы в прогнозном режиме рассчитать свою будущую пенсию, вкладчики могут воспользоваться пенсионным калькулятором, который размещен на сайте enpf.kz. Но что делать, если вы работаете на себя? К примеру, в сфере услуг с такими же обычными людьми. Для вас создан единый совокупный платеж. В ЕСП входят индивидуальный подоходный налог, отчисления в Государственный фонд социального страхования, пенсионные взносы в Единый пенсионный фонд, отчисления в Фонд обязательного социального медицинского страхования. Размер платежа для жителей городов республиканского и областного значения, а также столицы – один месячный расчетный показатель. Для жителей других населенных пунктов – половина МРП. Альтернативой выплатам из единого накопительного пенсионного фонда может стать пенсионный аннуитет. Он предполагает передачу части своих накоплений в страховую компанию. Для этого нужно достигнуть как минимум 55 лет для мужчин и 51,5 года для женщин. Есть ограничения и по количеству накоплений. Представителям сильного пола необходимо иметь на счету более 11 миллионов тенге. Дамам 15,5 миллионов тенге. Определенный платеж, на который человек может рассчитывать каждый месяц. Вот. Другой момент, что, наверное, это не самое привлекательное, да, потому что мало кто понимает, сколько он там может долго прожить. Да? То есть там есть срок и сумма. Для женщин больше, поэтому для женщины, может быть, это не столь привлекательно будет. Да? То есть нужно, во-первых, иметь такую сумму. То есть не все ее имеют. Вот. Там, первый вариант гораздо интереснее. Ну, то есть никто не заставляет людей сейчас работать до пенсии. Да? Это чисто вопрос, там, если человек позаботился о своем будущем, да,
уже, например, там, имеет пул недвижимости, там, ну, к примеру, да, если у вас есть 10 квартир, которые приносят вам 150 тысяч тенге в месяц, но это 1,5 миллиона, ну, это достаточно сумма для того, чтобы, в принципе, сейчас человек не работал, да? На Западе существует целое движение FIRE. Его участники как раз пропагандируют ранний выход на пенсию, жизнь за счет пассивного дохода, а также в целом иной подход к накоплениям. Тренд идет к тому, что уже сам формат работы, да, на корпорации, да, уже немножко отживает себя, и в целом все больше люди уходят на фриланс. То есть они продают свои профессиональные услуги не одной компании, а нескольким компаниям, работают только с теми компаниями, над теми проектами, которые им душевно нравятся и, в принципе, дают им больше творчества, свободы, свободного времени и также времени для развития и для, скажем, да, путешествий, для личной жизни. Мне кажется, это очень замечательный тренд, особенно для тех, у кого получается делать свои накопления активно, да, инвестиции. Вот это, наверное, результат больше такой, чтобы получить такие источники пассивных доходов, но нужно сначала очень активно поработать, быть достаточно финансово-инвестиционно грамотным, чтобы накопления не потерять, а правильно инвестировать, найти такие активы, да, и источники инвестиций, которые будут приносить плюс в долгосрочном варианте. В некоторых странах размер отчислений в пенсионный фонд определяет сам человек. И это, на мой взгляд, правильно. Не стоит такое ответственное дело, как забота о своем будущем, перекладывать на чужие плечи. С вами был Талгат Игликов. Повышайте уровень своей финансовой грамотности вместе с нами.